Белые перчатки – так называют почетный караул белорусской армии. В войсках к этим бойцам относятся снисходительно. Боевое оружие они видят редко, а что такое ползать по грязным окопам, знают больше из фильмов. Однако не всем известно, насколько строгий отбор в это подразделение. Рост, вес, послужной список – все должно быть идеально. Те, кто все-таки прошел экзамен, на скуку не жалуются. Тренировки могут измотать даже матерого спецназовца. Коллега Полина Сребненко побывала в белорусской роте почетного караула. Она расскажет, каково быть лицом всей армии. Рост 185 сантиметров. Правильные черты лица, отсутствие вредных привычек, шрамов и татуировок. Среднее или высшее образование. Отбор в одно из элитных подразделений белорусской армии очень строгий. Из всех призывников Беларуси только лучшие попадают сюда. Роман Пальчик с детства мечтал попасть в роту почетного караула. Точно печатать шаг, виртуозно владеть карабином он научился быстро. Но это не главное, уверен Роман. Самое главное – это сплоченность. Коллектив был хороший. Все стараются, все молодцы, все хорошо. Службу в роте почетного караула иногда называют службой в белых перчатках. Аккуратность и чистота здесь в цене. А обычная строевая подготовка превращается в урок по хореографии. Но одними танцами их обучение не ограничивается. Кроме строевой подготовки у нас проводятся те же занятия, что в других подразделениях. Вот. Но больше всего упор делается на строевую и на физическую подготовку. В армейских буднях времени на отдых почти не остается. Но даже эти драгоценные минуты досуга ребята предпочитают потратить на тренажерный зал. Ведь от этого зависит качество их выступления. Карабин весит 4 килограмма. То есть нужно иметь какую-то физическую определенную подготовку. Кстати, эти карабины – настоящие раритеты. 53-й год. Год смерти Сталина. На тренировках все движения доводят до автоматизма. Каждый элемент отрабатывают отдельно. Но даже в строевой подготовке всегда находится место для творчества. Движения бойцы придумывают сами. Программу рота почетного караула никогда не повторяет. На каждое выступление всегда готовят новую. Поэтому тренируются бойцы каждый день по 2 раза. Причем не в парадной форме и не только с оружием. Раз, два, три. Раз, два. Такие гири весят от 2,5 до 5 килограммов. Но после них гораздо легче поднимать ногу во время строевого шага. А вот парадная шинель гораздо тяжелее, чем тренировочная форма. Надевают ее только на генеральных репетициях. Это, я скажу, что не каждому под силу. И поэтому те ребята, которые служат в этом подразделении, это элита, которая действительно достаточно непростым видом службы занимается. Те дни, когда вся страна отдыхает, для них самые ответственные. Например, сейчас рота готовит большой плацконцерт ко Дню независимости Беларуси. Программу разучивают более 4 месяцев. Полина Сребненко, Алексей Агеенко, программа «Союзники. Беларусь».